Вечерний РБК с Анной Забродой. Приветствую тебя, Мария. Приветствую наших слушателей «Серебряного дождя». Поделитесь, расскажите, как провели вчерашний выходной. Добрый вечер, Аня. Мы, конечно же, ждали, что там в Пенсильвании. Дождетесь. Весь выходной россиян прошел под знаменем Трампа. А вот я как раз и хотела спросить, как прошел выходной? В единении, может быть, с собой, может быть, с семьей, с природой? Или вот как раз в активном слежении за тем, что же происходит в США? Мы, кстати, об этом сегодня тоже будем говорить. А в эфире «Вечерний РБК», проект, который вместе делает телеканал РБК и радио «Серебряный дождь». Анализируем главные события дня, подводим итоги, общаемся с экспертами, с вами, делаем какие-то выводы. Я напоминаю, что ваше участие крайне важно, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь, подключайтесь к эфиру, пишите сообщения и звоните тоже. А я коротко сейчас расскажу, о чем мы сегодня будем говорить. Сегодня в «Вечернем РБК». Ну что ж, Fox News фактически назвал победителя на американских выборах, правда, с оговоркой, в случае победы в Неваде. Джо Байдену не хватает нескольких голосов выборщиков, но есть ли шанс у Дональда Трампа перехватить лидерство? Действующий президент при любом раскладе сдавать позиции свои никоим образом не собирается. Зачем Трамп требует остановить подсчет голосов? И если такая остановка будет, отразится ли она на итогах голосования? Эту тему мы будем обсуждать еще и во время телемоста с программой «Что это значит» на РБК. Традиционно напоминаю вам, что вы можете участие в телемосте принять. Для этого вам нужно всего лишь позвонить. Телефон прямого эфира 730-101, код Москвы 495. Ну и, кстати, не хочется вас ограничивать. После телемоста у нас еще там минутка-полторы остается до конца эфира, поэтому если не дозвонились, не бросайте трубку, останьтесь, еще успеем с вами пообщаться. И вторая тема у нас на сегодня. Поговорим об ипотеке. Дом РФ составил рейтинг регионов, где можно быстрее всего накопить на первоначальный взнос. И спойлер, это не Москва и не Санкт-Петербург. Они в тройку лидеров не попали. А, к слову, в 2020 году собирать деньги, конечно же, стало сложнее по понятным причинам. Вот в нашем эфире будет сегодня финансовый консультант. Спросим у нее, какие инструменты можно использовать, чтобы ускорить процесс накопления на первоначальный взнос. И напоминаю, смс и ватсап плюс 7 903 797 6333. Ну, давайте начинать. Вечерний РБК. Да, и сразу хочу вам напомнить, что у нас теперь же появилась еще трансляция на YouTube. В режиме реального времени вы можете не только слушать нашу программу, но и смотреть, писать комментарии. Правда, у меня возможности открыть YouTube и еще там читать комментарии нет, к сожалению, но Мария, я думаю, одним глазом точно следит. Если там будут появляться какие-то комментарии, вопросы, обязательно их в эфире озвучит. Ну что ж, начнем с вами с последних новостей о выборах в США. По-прежнему исход голосования не решен, но в нескольких ключевых штатах, важных для окончательного результата, лидирует, как вы уже поняли и слышали из новостей, Джо Байден. И я открыла специально актуальные данные сейчас на Fox News, смотрю, сколько голосов, чтобы ничего не пропустить. У Байдена 264 голоса выборщиков, у Трампа 214. Если по общему количеству голосов смотреть, сколько отдали за каждого из кандидатов, лидирует Байден, он заручился поддержкой 72 миллионов избирателей, Трамп 68,5 миллионов. Итак, чтобы победить кандидату от демократов, надо взять Неваду. Но Трамп буквально дышит в спину. Если вдруг Трампу удастся перехватить пальму первенства в Неваде, то у него, в общем-то, появляется призрачный шанс на победу, поскольку остальные колеблющиеся штаты – Аляска, Пенсильвания, Северная Каролина, Джорджия – пока склоняются в его сторону. Вы тоже можете открыть эту интерактивную карту и посмотреть, где как голоса распределяются и сколько бюллетеней подсчитано. Но, к слову, команда Джо Байдена уже запустила работу сайта переходного периода, чтобы начать готовить транзит власти от республиканской администрации к демократической. Я напомню, что накануне кандидаты боролись за победу в Мичигане. Штат давал 16 голосов выборщиков, победил Байден, после чего штаб Трампа потребовал
приостановить подсчет и заявил о своих планах обратиться с исками в суды Мичигана, Висконсина, чтобы пересчитать бюллетени. И надо сказать, что Трамп более чем решительно настроен. Штаб обращался в суд нескольких штатов, чтобы остановить подсчет голосов. Возможно ли такое вообще в принципе и как повлияет на исход голосования? Обсудим буквально через несколько минут. Вечерний РБК. Слушайте, у меня такое ощущение, что я сейчас в США нахожусь, и у нас тут тоже выборы идут. В наших сообщениях пишет кто-то из слушателей: Трамп, президент США, его никто не сломит. Изучайте историю выборов в Америке, было уже такое и не раз. И тут же следом прилетает другое сообщение: Джо, со восклицательными знаками. Ощущение, что я на акции в поддержку какого-то кандидата. Я открыла для себя источник вечного удовольствия. Это чат на YouTube-канале. Заходите, пожалуйста. Что там с Трампом? Аня тебя спрашивает. Что там с Трампом? Да, с Трампом-то все хорошо. Видела ли ты карту, как Москва голосует по районам за Дональда Трампа? И, соответственно, красные и синие. Есть и такая карта. Мари, ты мне потом подскажи, где такое посмотреть. Еще хочешь проголосовать, да? Здрасте, я Аня из Зюзина, хочу проголосовать. Пишет нам Вадим: выиграть Байден, скорее всего, выиграет, но Трамп ему еще нервы помотает. Очень хорошая карта у «Голоса Америки». Но там с утра результат 253-213. Ну да, не обновился, по всей видимости. Спасибо, что сказали, но вот все-таки на Fox News хочется верить, что оперативно обновляется. А по поводу того, что вы сказали, что Трамп помотает еще нервы, мы с экспертом нашим будем обсуждать как раз действительно, какие варианты у Дональда Трампа есть в случае, если очевидно совсем уж победа Джо Байдена. Но об этом мы чуть позже поговорим. Я вот говорила вам, да, что штаб Трампа обращается в суды активно сейчас, требует, в частности, остановить подсчет голосов в Мичигане, в Пенсильвании. Утверждает команда президента, что его представители не допустили к наблюдению за подсчетом на некоторых участках, как раз в колеблющихся и важных штатах. Адвокат Трампа улетел в Филадельфию, говорит, что там массовые нарушения. А штаб также готовится протестовать результаты в Висконсине. CNN сообщает о планах представителей Трампа подать иски еще в суды Аризоны и Невады. И в случае проигрыша там допускают и пересчет в Джорджии тоже. В двух кругах Аризоны, к слову, сторонники Трампа вышли к зданию местных избирательных комиссий, требуя, цитата, вернуть украденные голоса и допустить людей к наблюдению за подсчетами, сообщает NBC. Готов Трамп дойти, в общем-то, и до Верховного суда, но накануне он обвинил Демократическую партию в попытке фальсифицировать выборы. По традиции сделан это в Твиттере, соцсеть сразу же скрыла публикацию, пометив, что она может содержать спорный контент. Трамп считает, что бюллетени, которые пришли по почте, они должны быть признаны недействительными. Недействительными почему? Поскольку голоса в колеблющихся штатах получил преимущественно Байден. В общем-то, не понимает такого голосования по почте и российский ЦИК. Заместитель председателя Николай Булаев назвал эту схему «ахиллесовой пятой». Что сказал? Для меня непонятно, каким образом удается избежать двойного и тройного голосования. Мы в ЦИК не поддерживали применение в России голосования по почте, хоть закон и предусматривает такую возможность, потому что обеспечить его прозрачность и признание результатов всеми участниками сложно. Это все слова господина Булаева. Плюс в нашей стране, вы знаете, да, что действует система ГАЗ-выборы, которая позволяет в течение нескольких часов назвать победителя, а не растягивать все это дело на неделю. Но хотя, например, там, в той же Германии голосование по почте достаточно популярно, если мне память не изменяет, порядка трети избирателей предпочитают именно такой способ для выражения своей позиции. У меня к вам вопрос. Как вам кажется, какая система выборов прозрачнее, российская или американская, и стоит ли нам, может быть, обратите внимание, что-то перенять у Соединенных Штатов. Напоминаю, телефон прямого эфира 730-101, код Москвы 495, смс, ватсап, +7 903 797 6333. И к нашему эфиру сейчас присоединяется Алена Булгакова, член Общественной палаты, исполнительный директор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг». Алена Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот по последней информации, открыла я информагентство, буквально новость
полчаса, час назад о том, что Трамп призвал остановить подсчет голосов на выборах. В общем, почему, собственно, такое требование он вообще озвучивает? Что ему это даст, кроме того, что затянет подведение итогов? Ну, я думаю, в текущей ситуации уже более затянуть итоги, подведение итогов не представляется возможным, потому что изначально избирательная система США была устроена и даже сейчас устроена таким образом, что оперативно, как в России, подсчитать их не представляется возможным. Но при этом уже вчера, да, вот когда начались первые подведения итогов, было понятно о том, что идет ограничение прав наблюдателей и представителей кандидатов в президенты на доступы при процедуре подведения итогов, конкретно там в штатах Портленд, Мичигане и во многих других было замечено и зафиксирован реальный факт, когда не допускали наблюдателей к итогам, и при этом вот информация от штаба Трампа в Неваде была получена, что как минимум 10 тысяч голосов, уже которые были подсчитаны на тот момент в этом штате, принадлежат гражданам, которые уже не проживают на территории этого штата. Uh-huh. То есть поэтому очень много вопросов возникает, соответственно, ограничен доступ реального наблюдения. Это не касательно того, что вообще тотального общественного наблюдения и контроля, как в России, здесь нету. Очень много вопросов возникает вокруг подсчета голосов, полученных, подсчета бюллетеней, полученных посредством голосования по почте. И при этом мы не забываем, что порядка 300 тысяч голосов избирателей было потеряно по почте. Тоже возникают вопросы, о какой легитимности мы сейчас говорим в связи с такими данными и фактами, которые были реально выявлены. Тем не менее, вот наблюдатели ОБСЕ говорят о том, что нет повода сомневаться в прозрачности и легитимности процедуры голосования. Но при этом, как мы также можем наблюдать за таблоидами, мы понимаем, что наблюдатели ОБСЕ не пускали на участках для того, чтобы наблюдать за ситуацией, и заколачивали окна в том числе. Подведение итогов проходит сейчас на фоне социальных протестов, поэтому есть некоторые сомнения относительно такого заключения наблюдателя от ОБСЕ, потому что, по сути, не подсчитано, при этом уже сейчас наблюдаются протесты, при этом сейчас уже конкретные нарушения, факты нарушений прав участников процесса, и порядка, вот если не изменяет вот сейчас, 400 жалоб в 44 штатах уже было подано по состоянию на день сегодняшнего дня. Я думаю, что это число растет. И при этом мы понимаем, что абсолютное большинство этих жалоб было написано республиканцами. Это больше 300 жалоб. Ну, поэтому понятно, что республиканцами. Поэтому мы согласны и не солидарны с позицией наблюдательской комиссии ОБСЕ. Алена Валерьевна, ну вот это требование Трампа, во-первых, кому, да, этот призыв адресован приостановить полностью подсчет, да, или это нужно направлять в каждый отдельный суд отдельного штата? И в итоге-то на результат это может каким-то образом повлиять? Ну, соответственно, заявление Трампа, да, оно сделано публично. При этом уже сейчас мы говорим и констатируем о том, что политика администрации Твиттера, администрации Фейсбука направлена на то, чтобы всячески блокировать эти посты. Это скорее вот просто повод привлечь внимание, при этом, что его юридический штаб работает над тем, чтобы соответствующие заявления, жалобы были поданы в судебные инстанции. Как вот сегодня мы уже говорили о заявлении Булаева, и вообще не о заявлении, да, о сравнении систем, о том, что все-таки в России она более централизована, американская избирательная система представляет собой более сложный такой субъект, скорее, который не представляет возможным единой законодательной базы, поэтому в каждом штате имеются свои правила игры, под эти правила вот юристы Трампа, соответственно, сейчас подстраиваются и подают соответствующие заявления. Опять же, повторюсь, что вот более 300 заявлений, именно вот абсолютное большинство, да, я буду говорить, что порядка 80%, наверное, предварительно подано именно республиканцами. Поэтому нельзя говорить, что это заявление, которое сделал Трамп в своем твиттере, это единично и призыв скорее к судебным инстанциям. Нет, на самом деле параллельно ведется работа юридическим штабом по таким заявлениям в соответствии с законодательством каждого штата. Угу. Ну, вероятность есть того, что и остановят процесс подсчета, или пересчитают? На самом деле, если пересчет и будет, это будет очень формальная история, как мне представляется, так как кандидаты все-таки настроены на судебные процессы и непризнание итогов по тем или иным выборам. И вообще, если мы изначально
будем говорить о том настрое, с которым два кандидата основных, да, вышли в эту бойню, то, соответственно, Байден и Трамп уже заранее заявляли о том, что не признают победу оппонента, да, ни в каком случае, да. И это тоже нужно понимать, что изначально вот такой настрой он был. Но и при этом никто не может проконтролировать в комиссиях сейчас сам процесс подведения итогов. Поэтому и предположение об итогах достаточно рано и опрометчиво говорить. И с другой стороны, вот все-таки мы склоняемся, что пересчет – это совершенно формальная история. Но, тем не менее, вот Fox News уже говорит, да, о том, что Байден побеждает, если выигрывает в Неваде. Алена Валерьевна, ну, получается, что у Трампа после каких-то уже предварительных итогов остается два варианта. Либо признать себя побежденным, либо уже идти в Верховный суд, который, к слову, контролируют его сторонники. Как дальше могут развиваться события? Ну, дальше, соответственно, по тем фактам, которые будут признаны или не признаны, вот, соответственно, будет либо объявлено о пересчете, либо же все-таки признана победа итоговая и подведены итоги, собственно, самого голосования. Но, тем не менее, насколько это во времени процесс может растянуться, и все это время президентом будет кто оставаться? Вот Байден уже создал специальный сайт для передачи власти. Да, мы слышали о том, что создан специальный сайт о передаче власти, о том, что сейчас администрацию может возглавить демократ. На самом деле мы будем следить за ситуацией, как будут развиваться сейчас события, потому что что-то, опять же, предсказывать сейчас очень сложно. Все-таки мы надеемся на то, что будут легитимно подведены итоги голосования, и действительно тот кандидат, за которого отдали большее количество голосов, останется, ну, опять же, который победил на основании легитимных, вот, опять же, выборы пройдут легитимно, что он станет победителем. Да, осталось только еще признать эти выборы легитимными, потому что Дональд Трамп это отрицает. На самом деле мы уже вот убедились в том, что страна, как ее принято называть, оплот демократии, что у них права граждан и их безопасность приоритетом не являются. Поэтому говорить сейчас все-таки о приоритете и вот конкретно в этой ситуации при вот тех категориях, которые мы имеем, о приоритете избирательных прав и все-таки волеизъявления граждан, не представляется возможным на самом деле, потому что много вопросов возникало на периоде кампании относительно включения в списки избирателей, поэтому, как правильно, в моем понимании, все-таки с точки зрения юридической практики, изначально следует разбираться о процедуре включения избирателей в списки избирателей, потому что было очень много вопросов, связанных относительно этого, и вот я, например, выступаю за то, что сейчас следует и не только говорить о том, что признать или не признать, пересчитать или не пересчитать, а начать именно вот с процедуры составления этих списков избирателей. Достаточно такой сложный процесс, который требует дополнительного времени для вот таких решений, для принятия решений и установления фактов. Потому что, опять же, вот по данным, были избиратели, которые считали уже признанно умершими, к ним приходили бюллетени, за которые также давали голоса. То есть как быть в этой ситуации? На самом деле, это вот какой-то уже театр абсурда превращается. И сейчас четко мы видим, что политическая система Америки пробила дно. Алена Валерьевна, ну вот камень преткновения основной, да, это голосование по почте. В общем, к нему больше вопросов. Но у нас тоже есть законодательство в России, которое позволяет голосовать по почте. Если мы так критикуем эту систему там, в Соединенных Штатах, которая, к слову, есть и в других странах, конечно, тогда почему у нас такая опция тоже существует? Слушайте, я бы, наверное, отталкивалась скорее от практики этой опции, как вы говорите, потому что все-таки мы должны понимать, и я сейчас также обращусь к практике проведения вот основных электоральных процедур в период пандемии. Во многом и российская система, и мы, собственно, солидарны и с Америкой, солидарны и с другими мировыми державами относительно применения тех или иных процедур. Но здесь нужно понимать, что здесь совершенно разные подходы к этим формам. Те же самые подходы к процедуре голосования досрочного. Почему мы очень много критикуем, ну, у нас очень много критиковалась процедура многодневного условно голосования. У нас на минутку там голосование было только на протяжении 3 дней. А давайте мы посмотрим на период досрочного голосования в Америке и посмотрим, сколько проголосовало избирателей. То есть такое количество избирателей всего зарегистрировано в России, сколько в Америке проголосовало досрочно и без какого-то общественного контроля. Голосование по почте в Америке — это массовая история, и она совершенно бесконтрольна. Особенно в этом году.
Что еще раз? Особенно в этом году. Не особенно. Есть, по-моему, штат, в котором уже голосуют только почтой, не только на этих выборах. Я имею в виду, что такой масштаб именно проголосовавших по почте. Ну, в этом плане, да, но да, прецеденты цифры. По штатам, они уже и до этого это были. Да. Да, вот. И поэтому нужно понимать, что это массовая история, и эта история совершенно никак не подконтрольна и не поддается какому-то, какой-либо системе наблюдения. Опять же, когда бюллетени в это время были разбросаны по улицам, когда бюллетени приходили умершим людям, в России, да, эта практика существует, но почему мы об этом заговорили сейчас? Она до этого тоже существовала, но просто прецеденты, они колоссально малы, и они никаким образом на итоги не влияют, но при этом они позволяют гражданам, максимальному количеству граждан реализовать свое право, и применяются они совершенно в ограниченном таком доступе, на ограниченной территории эта система. И массовости такой, которая была вот на текущих выборах в Штатах, абсолютно точно в России не будет, потому что у нас развиваются другие формы, которые позволяют... Дистанционное голосование. Дистанционное электронное голосование, где, между прочим, предусмотрена возможность общественного контроля, когда ключ дешифровки голосов разделяется между различными участниками процесса. И когда очень четко... Опять же, вот в чем разница между системой, опять же, учета избирателей, вот почему я, собственно, не захотела так или иначе высказать субъективное мнение относительно того, как затянется процедура вот решения в судах и споров судебных. Потому что в России очень четко есть понимание, что есть реестр избирателей, который контролируется закрытой системой. И точно, абсолютно мы видим, где, кто и как голосует. Слушайте, ну, у меня тоже же есть реестр избирателей, которым присылают эти письма. Валерина, вам спасибо большое. Алена Булгакова, член общественной палаты, исполнительный директор Ассоциации независимый общественный мониторинг, была с нами на связи. Пока с Аленой Валериной в эфире общались, пришла срочная новость. Трамп заявил, что бюллетени, пришедшие по почте после дня выборов, не будут засчитаны. Ну, надеюсь, что сейчас будет расширение подробности, что же имеет в виду Дональд Трамп и на что он опирается в этом заявлении. Я напомню, что до сих пор не учтены все бюллетени, которые избиратели присылали как раз по почте. В комиссии Аляски, например, сообщили, что будут считать их целую неделю еще. В Пенсильвании предупредили, что подсчет может затянуться, потому что только прием писем прекратится лишь вечером в пятницу. Причем источники CNN сообщают, что число писем в Филадельфии увеличивается, и члены комиссии даже не успевают их обрабатывать. В Неваде подсчет и вовсе прекратили, сообщив, что возобновят его спустя сутки. Ну и да, в США вторую ночь продолжаются протесты после ночи голосования. Начались они после закрытия избирательных участков практически сразу. Прошли во многих штатах, вот в Филадельфии, например, как местные СМИ пишут, опять же, демонстранты собрались в центре города, чтобы убедиться, что каждый голос будет подсчитан. А к ним уже присоединились люди, протестующие из-за убийства полицейскими афроамериканца Уолтера Уоллес. То есть такое смешение произошло и Black Lives Matter, и поддержка Трампа или поддержка Байдена. А в Портленде протесты вообще вылились в беспорядки. Как передает Fox News, протестующие бросали коктейли Молотова. У одного протестующего нашли ружье. В итоге полиция объявила беспорядки бунтом. Задержаны более 10 человек. И власти штата даже решили задействовать для поддержания общественного порядка Национальную гвардию. Я напомню, что мы эту тему будем обсуждать, продолжим обсуждать во время телемоста с программой «Что это значит?». Еще раз повторю свой вопрос. Вы можете сообщение писать и звонить тоже. Спрашиваю вас, как вам кажется, какая система выборов прозрачнее, российская или американская, и стоит ли нам что-то перенять у Соединенных Штатов. Телефон прямого эфира 730-101, код Москвы 495, смс, ватсап, плюс 7-903-797-6333. И я хочу сразу анонсировать вторую тему, которую мы будем в ближайшие 15-20 минут обсуждать. Вот как показывают наши эфиры, тема, которая вызывает у вас интерес, это ипотека. Информационный повод следующий. Эксперты Дом РФ определили регионы, где можно скорее всего на нее накопить, быстрее всего на нее накопить. Ну и давайте сразу я тоже вам вопрос задам, чтобы вы начинали писать или звонить. Вам сколько времени нужно, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке? Или же, если вы уже, например, ее взяли, каким образом копили, сколько времени у вас ушло. Вот обо всем об этом подробнее будем разговаривать через несколько минут. Мари, что у нас там на Ютьюбе? Есть ли какие-то вопросы, во-первых, идет трансляция, и я думаю, что во время рекламы мы, Ань, сейчас покомментируем, поговорим с Ютьюбом, что там происходит, поэтому заходите, Ютьюб-трансляция «Серебряный дождь».